сцене зала органа и камерной музыки будет звучать музыка Рихарда Штрауса, немецкого композитора эпохи позднего романтизма. Четыре последние песни для сопрано и оркестра 1948 года завершили его блистательный и трудный путь творца-триумфатора. И хотя Штраус писал песни в течение всей своей жизни, именно эти являются наиболее известными и часто исполняемыми. Это новая программа Сочинского симфонического оркестра, где наша солистка Лиана Мсерлян исполнит произведение, я уверена, в этом городе никогда не исполнявшееся, немецкого композитора Рихарда Штрауса. Четыре последние песни. Это произведение, которое исполняется на немецком языке. Будут зачитаны переводы в сопровождении симфонического оркестра. Дополнить программу вечера солнечная, пронизанная южным светом и теплом, итальянская симфония Мендельсона. За дирижерским пультом лауреат премии правительства России Олег Солдатов.